Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про температуру у собак. Температура тела – важный показатель самочувствия собаки. В отличие от людей, лающий друг не может сказать, что ему плохо, и отличающаяся от нормы температура тела подскажет, что со здоровьем питомца что-то не так. Какая температура тела считается нормальной для собак? Как лучше измерять температуру у лающих? И что делать, если она повысилась или понизилась? Мы подробно изучили эту тему и готовы ответить на самые популярные вопросы про температуру у собак. Показатели нормальной температуры зависят от породы, пола, возраста и индивидуальных особенностей организма питомца. Так, например, у щенков маленьких пород нормально считается температура около 39 градусов, а у взрослых питомцев крупных пород этот показатель значительно ниже, примерно 37-38,5 градусов. В среднем нормальная температура тела у лающих колеблется от 37,5 до 39 градусов. Изменение температуры тела животного свидетельствует о том, что в организме собаки что-то не так. Самыми распространенными причинами изменения температуры считаются различные воспаления и инфекции. Повышенная температура тела у собак нередко бывает при чумке, тепловом ударе, пироплазмозе, а также при отравлении и перегреве. Зачастую температура у собак поднимается в течение 48 часов после вакцинации. А вот пониженная температура у лающих чаще всего свидетельствует о переохлаждении, травмах и заболеваниях щитовидной железы. Если собака не имеет проблем со здоровьем, то особой необходимости в ежедневных измерениях температуры нет. Нужно только не забывать измерять температуру на профилактических осмотрах у ветеринара. Внимание к температуре необходимо уделять во время беременности собаки или в случае болезни питомца. Также измерять температуру стоит, когда вы думаете, что со здоровьем питомца может быть что-то не так. Измерение температуры у собак проводится ректально. Перед измерением температуры необходимо кончик термометра смазать жирным детским кремом либо вазелином для более комфортного ведения. Во время измерения нужно успокаивать лающего друга, ласково разговаривать с ним, гладить его. Водить градусник можно, когда собака находится в стоячем положении или когда лежит на боку. Если вы заметили, что ваша собака плохо чувствует себя и измерение температуры подтвердило это, обратитесь за помощью к ветеринару. Ни в коем случае не давайте животному человеческие лекарства. Они могут быть опасными для собаки. До осмотра ветеринаром вы можете предложить любимцу попить чистую воду комнатной температуры. Теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы про температуру у собак. Следите за здоровьем вашего лающего друга, и пусть ваш питомец всегда имеет нормальную для него температуру тела. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!